Вікенд Експрес триває, ви дивитесь рубрику «Перформанс». Сьогодні ми завітали на п'ятий, де відбувається ритм-н-драм-н-шоу, шоу барабанчиків, а також сьогодні тут обирають стильну персону. Ну що ж, подивимось, як відбувається вечірка. Ходімо! Добрий вечір, хлопці. Ну, для початку розказуйте, що це у вас за такий екстравагантний проект? Наше шоу – це совокупність драйва барабанної гри, це совокупність візуального представлення, світодіодних технологій. Можете розказати, як ви взагалі об'єднились, як зробили такий проект, як ви знайшли друг друга? Всі вчились в одному заведенні, ну, хтось учиться, хтось вже закінчив. Всіх об'єднують ритми. От, музика, як говориться, нас зв'язала. Добре, хлопці, скажіть, як ви взагалі робите музику? Ви самі щось видумуєте, виробляєте, чи десь берете вже готові якісь композиції? Ми дивимося, що відбувається вокруг. Слухаємо, аналізуємо, що модно, що популярно, що було давним-давно зіграно, але ще класно і актуально до сих пор. Ми намагаємося ще раз людям показати під своїм виденням цього трека. Плюс зараз готується наш сольний альбом, який ми думаємо к літу завершити. Це буде танцювально-трансова музика, трохи хаоса, трохи транса. Тут буде якесь наше видіння того, що зараз модно, актуально. Чи приймали ви участь у якихось телевізійних вже шоу, там «Україна має таланти» чи ще щось? Чи, можливо, плануєте? Взагалі, приймали «Україна», да. «Україна має таланти», було кілька років тому, ми участвували в цьому шоу, єдине, каким-то образом так вийшло, що в рекламному ролике нас показали, ефір нет. В общем, у телевидения, как правило, свой какой-то, я считаю, ну такой, может быть, маркетологический подход к этому. Чи є у вас кумири? Я до кожного сейчас запитую. Давай с тебя розпочнемо. Ну, на самом как без кумира. На самом деле, у всех есть, наверное, какие-то кумиры. Вот у меня кумир Вадик, вот Вадим. Он хорошо занимается спортом. У него пользуется популярностью девушек, что я хочу этого очень добиться. Вадик, в тебе є кумири? Да, наши кумиры – это известные барабанщики американские, к которым мы стараемся подтянуться и достичь ихнего уровня. Да, конечно, есть определенное количество тех или иных направлений и кумиров, в том числе те же негры, которые играют в Нью-Йорке на улице, и те же звезды большие, там, типа как Арон Спирс, который играет там у Бейонсе там и у прочих. То есть, в принципе, очень много. Мы надеемся, что мы сегодня для кого-то тоже станем кумирами. Проект Ритмен Drum Show from Kyiv специально для Weekend Express. Воу! Сегодня мы фотографируем уже последний этап отборочного тура. Мы фотографируем конкурсанток, и в течение двух недель определяется последний победитель этого конкурса. Финал будет 14 мая. Как будет проходить финал? Что будут девчата делать для того, чтобы победить? Для финала наши 6 финалисток, девочек, которые были победителями в прошлых месяцах, и которые сегодня мы отберем, они просто будут участвовать в показах. Будет компетентное жюри, которая баллами будет выставлять баллы за эти показы и определит в итоге победительницу. Одним из членов жюри будет Жорик Делиев. Это экс-участник «Маски шоу», специальный гость. То есть жюри будет независимое. Ну, рассказывай, как у тебя впечатление от перемоги? Честно говоря, я не ожидала. Спасибо, наверное, всем тем людям, кто за меня голосовал, моим друзьям, которые поддержали меня.
И я, честно говоря, даже не думала участвовать в конкурсе. Я думала, это просто фотография. Выяснилось, что это конкурс. Какие планы на финал? Будешь бороться? Конечно, будем побеждать, как иначе. По-другому я не привыкла. Чи віриш ти в магію? Частично, да. Це як? Это частично. Я верю в инопланетян, но в магии нет, ну не знаю. Я верю в магию, но по большому счету она существует для кого-то, но не для меня. Магия, как по мне лично, это есть некое воздействие, некое манипулирование ситуацией, сознанием. Я, наверное, верю только в магию барабана. А я верю в магию, у меня даже две левых руки, вот, типа, так, две левых, две правых. Чи можна когось приворожити за допомогою магічних справ? Я думаю, якщо чоловік в першу чергу в це вірить, то він підвластен яким-то заговорам і приворотам. Но якщо чоловік не вірить в це все, то я думаю, що практично невозможно. На самом деле, це все опять же самовнушение. Тобто людям говорять, що вот ми приворожили тебе і все, він буде твоїм. А на самом деле, це все у людей где-то в подсознании откладывается, я не понимаю. Все, меня приворожили, я теперь крутой, и я все девушки мои. А тебе когось доводилось якось стикатися із магією? Можливо, гадання, ворожіння, екстрасенс, ну щось таке? Честно говоря, я очень всего этого жутко боюсь, и я не хочу знать свое будущее. Пусть оно будет такое, какое оно есть, и меня все устраивает. Ходил до ворожки. Як? Допомогло? Щось розповіла тобі цікаве? Ну да, вона сказала, що дівчинка, яка мене не любить. І все. Чи існують люди, які можуть передбачати майбутнє, екстрасенси? Можуть вони це робити? Я думаю, что в принципе да, так как ну, есть какие-то силы свыше, и в принципе это возможно. Все мы можем передбачати майбутнє, это у каждого из нас есть, но не каждый умеет фиксировать это качество, ну и как бы понимать, что это именно было то видение, что вот это будет в будущем. Есть люди, которые экстрасенсы, да, медиумы и так далее. Это им дано. Кому-то дано свыше, кто-то это просто-напросто себе сам внушил и так далее. Бажаємо всім дівчатам-учасницям перемоги. Це була рубрика «Перформанс». «Вікенд Експрес» триває.